В интернете шутят, что в Луговом давно появилась достопримечательность – озеро. Кто-то называет его маленькой Венецией, но жителям уже не до шуток. Ведь глубина этого озера около метра, и тут уже не пройти и не проехать. Автомобиль с трудом проезжает лужу озера. Тут можно почувствовать себя Моисеем, проходя по воде. Но решиться на такой экстрим не каждый. Озеро на пустом месте возникло 5 лет назад. Местные говорят, когда переехали, тут было маленькое болото. Позже землю рядом купили, оградили забором и отсыпали под автостоянку. Для автомобилистов это неудобно, потому что все дворовые проезды, они очень узкие. И, ну, как объездная дорога, это... постоянно и пользуешься, а тут вот из-за этой штуки не проедешь. Много тонут в ней случаев было. Вот тротуарчик затопленный. А как перебираетесь тогда? А мы ходим вокруг. Или вот так. Или прыгаем. Чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, нужно строительство ливневой канализации. Но только проект обойдется в 2 миллиона рублей. И это по меркам прошлого года. Ситуацию усложняет то, что земля не принадлежит администрации. Она вообще не принадлежит никому. Еще в прошлом году частник от нее отказался. А это значит, делать ремонт дорожного полотна нельзя. Проблема озера Лужи так и остается открытой раной для местных жителей. Сегодня нам не удалось поговорить с администрацией Марковского муниципального образования и узнать судьбу горе-дороги. Мы ждем ответа на этот вопрос в понедельник. Дарья Пастушенко, Иван Прокудин, АСТВ.